Ну, Сергей Михайлович приехал почти в одно время, когда меня тоже в команду мастеров взяли. Я еще молодой мальчик был, там 16 лет. И они еще надо мной наставничество взяли. Сергей Михайлович, там Ветков Серега и Витя Андросенко, Челябинский. Вот они как бы такой нештатный контроль. Помогали вливаться в команду, там что-то объясняли. Ну, не дай бог, кто-то обидит. Вот такое покровительство небольшое, защиту взяли. Но поиграть мы, да, с ним поиграли достаточно. Вот даже по времени не скажу, сколько сезонов, но и в Салавате поиграли, и мы же служили вместе с ним в СКА Куйбышев. И в соседних комнатах жили, поэтому и там мы также поучаствовали вместе в играх. Поэтому многое связывает с Сергеем Михайловичем. Он такой заводила, весельчак, он всегда мог подшутить там. Ну, неунывающий человек, так скажем. Он лидер был, да, в команде. И он в Самару пришел, там были и прапорщики у нас, и ребята, кто второй срок, тоже взрослые, ну, дослуживали. Его назначили капитаном, там, капитаном Моисеев. Увидел в нем такие лидерские качества, ну, и все ребята. Даже там много примеров, когда игры кончались, нас с удовольствием снимали. Он организовывал там рядом кондитерская фабрика, разгрузка вагонов, чтобы команды, ну, большинство не впроголодь жили, а вот эти деньги зарабатывали. Он все это организовывал и сам втройне работал, потому что физически сильный был, крепкий. Он во всем был пример, он такой организатор, я скажу, с большой буквы.